Ну вот, мы ходили гулять. Смотрим, а света-то нет. И всю ночь так и посидели. И все. И что же вы делали ночью? Спали и кушали. И все так и делали в темноте. В темноте? А почему так случилось-то? Потому что столбик упал, в ямку чуть не упал. А кто его чинил? Там какие-то мастера. Я почему-то так сидел без света. Ну, мы поспали, а уже свет починили. Свет уже был, и я снова захохотала. Вот такая история.